Методы борьбы с мошенничеством казахстанских комплаенс-специалистов признали лучшими в Евразии. В Сочи состоялся конкурс среди финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Он прошел в формате интерактивного обсуждения представленных примеров. Казахстан продемонстрировал новый подход к раскрытию сложной схемы мошенничества, осуществляемой с применением дропов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы. По итогам голосования кейс нашей страны назвали лучшим. Теперь своим опытом отечественные специалисты поделятся с коллегами евразийского пространства. Конкурс был организован на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности с участием представителей Казахстана, России, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.